Армысыздар, рахмет, Мөлдір. Орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан Республикасы президентінің жолдауы аясында әлеуметтік экономикалық даму жоспары жөнінде болмақ. Алдымен спикерлерімізбен таныстырып өтейік. Қуантаров Әлібек Сәкенұлы, Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрі. Сонымен қатар ұлттық экономика министрлігі салық және кеден саясаты департаментінің директоры Сағынаев Ерлан Ермекұлы. Ұлттық экономика министрлігі бюджеттік саясат департаментінің директоры Дәрібаева Гүлсана Аманбайқызы және табиғи монополияларды реттеу комитеті төрағасының орынбасары Болатбаев Нұрлан Нұрмұхамбетұлы. Ендеше қазір бастайық. Әлібек Сәкенұлы, өзіңізге сөз берейік. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Мемлекет басшысы әділетті мемлекет біртұтас ұлт берекелі қоғам атты Қазақстан халқына жолдауы шеңберінде мемлекет пен қоғамның барлық салаларын қайта жаңғыртуды қамтамасыз ету бойынша, оның ішінде түйінді әлеуметтік экономикалық реформалар жүргізудің нақты міндеттерін қойды. Өз кезегінде жолдауды іске асыруға мақсатында ұлттық экономика министрлігі негізгі үш бағыт бойынша жұмыс жүргізетін болады. Жаңа экономикалық саясат, нақты секторды дамыту, мемлекеттік басқару ісін қайта жаңғырту. По направлению «Новая экономическая политика» главой государства поставлена задача по обеспечению перехода на новую тарифную политику. Для реформирования ее предлагается новая концепция регулирования сферы естественных монополий – тариф в обмен на инвестиции, которая предусматривает привлечение инвестиций в отрасль за счет собственников имущества, увеличение уровня заработной платы работников в сфере естественных монополий, дальнейшее регулирование путем стимулирования внедрения передовых инноваций в сфере естественных монополий и другое. Эти меры позволят достичь цели по сокращению износа сетей на 15%, снизить потери и улучшить качество регулируемых услуг. При этом будет сохранен баланс между ограничением прибыли монополистов и обеспечением инвестиций в инфраструктуру. Новелла дальнейшей тарифной политики будет сопровождаться строгим контролем целевого использования средств потребителей, повышением ответственности монополистов, социальной поддержкой нуждающихся слоев населения, обеспечением гласности процедур государственного регулирования деятельности в сферах естественных монополий. Фискалдық реттеуді қайта жаңғырту мақсатында 2023 жылы жаңа салық кодексін жобасын әзірленеді. Салықтық әкімшілендіруді оңайлатуға және цифрландыруға ерекше назар аударылады. Сонда яқы қазіргі уақытта 2030 жылға дейінгі салық саясатының тұжырымдамасын әзірлеу бойынша жұмыс жүргізіп жатқанын атап өткен келеді. Президент қойған жаңа міндеттер бюджеттік жоспарлауды бюрократиядан арылтуға және бюджет аралық қатынастарды жетілдіруге байланысты жұмыстың қисынды жалғасы болады. Сондықтан мемлекеттік қаржыны басқару тұжырымдамасының ережелерін және басқа да өзекті мәселелерді қамтитын жаңа бюджет кодексін әзірлеу тиімді және өнімді бюджет саясатын қамтамасыз етуге жаңа серпін береді. Жаңа салық және бюджет кодекстерін әзірлеу қоғаммен бірлесіп және сарапшылардың бизнес қоғамдастық өкілдерінің қатысуымен жүргізілетін болады. По направлению развития реального сектора в части переформатирования деятельности фонда «Самрук-Казына» в инвестора, на сегодня инвестиционное решение фонда основывается исключительно на принципах коммерческой целесообразности, долгосрочных интересов и основного критерия эффективности. Между тем, с учетом поручения главы государства предстоит пересмотреть портфель инвестиционных проектов и активов фонда, в том числе провести их критическую оценку. Предполагается установление приоритетов и формирование оптимального портфеля активов и проектов, в том числе через механизм приватизации и девестиций, высвобождения и перераспределения ресурсов. Приоритет в инвестировании будет представлен, отдан инвестпроектам, имеющим стратегическое значение для страны, региона, для отрасли, в том числе направленных на модернизацию инфраструктуры, создание новых отраслей и высокотехнологичных производств. В целях реализации инициативы президента в части реализации проекта «Нацфонд детям» правительством совместно с Нацбанком прорабатывается механизм запуска программы. Всем детям до 18 лет будут открыты персональные накопительные счета, и ежегодно с 2024 года на счета детей будут зачисляться средства от половины инвестдохода Нацфонда. Начисление средств на счета будет осуществляться один раз в год всем в равном размере, с учетом численности детей, которым не исполнилось 18 лет, по состоянию на начало года. Пока предварительно механизм такой. В настоящее время расчеты дополнительно просчитываются. Мы давали информацию предварительную о том, как будет работать данный механизм.
Мемлекеттік басқару жүйесін қайта жаңғырту бағыты бойынша, өкіліктіктерді орталықтан өңірлерге қайта бөлі бойынша жұмыс жүргізіледі. Осылайша жергілікті маңызды мәселелерді жедел шешу мақсатында жергілікті жерлердегі өкіліктіктер кеңейтіледі. Бұл үшін орталық және жергілікті мемлекеттік құрылымдардың жаңа функцияларды орындауға дайындығын ескере отырып, орталықсыздандыру қағидаттары мен шектері айқындалады. Бұл шаралар мемлекеттік басқарудың сервистік және адамға бағдарланған моделін құруға мүмкіндік береді. Президент өз жолдауында біздің әлеуметтік экономикалық саясатымыздың негізгі мақсаты азаматтардың әл-ауқатын сапалы және инклюзивті арттыру болып табылатынын атап өтті. Басымдықтар ретінде мыналар белгіленді: жеке кәсіпкерлік бастаманы ынталандыру, бәсекелестікті дамыту, ұлттық табысты әділ бөлу. Тұтастай алғанда, білім беру және денсаулық сақтау жүйелері арқылы азаматтарға инвестиция салатын және неғұрлым осал әлеуметтік топтарға қолдау көрсетіп отырып, барлығы үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін экономикалық дамудың ашық және болжамды моделі құрылады. Саясатты іске асыру сондай-ақ сыртқы күйзелістерден болатын салдарды нивелирлеу үшін беріктік қорын арттыруға мүмкіндік береді және экономикалық өсуді қамтамасыз ету үшін негіз болады. Назарларыңызға рахмет. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңызға дайынбыз. Жақсы, рахмет. Сұрақ-жауапқа көшейік, әріптестер. Күнделікті регламент естеріңізге тағы да саламыз. Екі сауалдан артық қойылуға болмайды және біріміздің уақытымызға құрметпен қарай қысқа әрі нақты қойсақ. Ендеше алдымен сұрақ Илья Астаховурда кезет. Әлі келмеген көрінеді. Келесі Олыс медиа Әсем Гумарова сұрағын жіберген екен. У меня вопросы по поводу инфляции. По прогнозам Нацбанка в конце года она составит 18%, тогда как предприниматели сообщают, что она давно уже превысила 20%. Какой прогноз по инфляции к концу года у Минэкономики? В целом прогноз по инфляции заложен официально, да, но оценка сейчас составляет 13-15%, пока оценка не менялась. Я вам скажу, что в целом прогноз инфляции – это функция Национального банка, и свой прогноз Нацбанк предоставил. Что касается восприятия бизнеса по реальной инфляции, то, в принципе, наверное, имеется в виду в том числе и продуктовая инфляция, которая является основной частью общего индекса потребительских цен. Соответственно, и данная инфляция и вышла за 20%. Спасибо. И второй вопрос от Асем Гумаровой. Расскажите, пожалуйста, о причинах инфляции. Геополитическая напряженность сказалась на всем мире. Однако в Европе она не достигает 10%. Эксперты говорят, что причина инфляции в Казахстане – это монополия в экономике. Согласны ли вы с этим? Действительно, главным фактором инфляции в нашей стране, основным давлеющим фактором является внешнее давление. Это геополитическая ситуация, которая и в целом ситуация в мире, которая началась более 2 лет назад, 2,5 года назад из-за пандемии, да, произошел разрыв транспортно-логистических цепочек. К сожалению, многие страны закрыли свои границы во время пандемии, потом начали раскрывать, но с определенными странами мы все еще имеем такие, так сказать, вызовы, проблемы. Вот. То, что в Европе инфляция меньше 10%, то это нужно смотреть по стране. На самом деле в отдельных странах, даже если может меньше 10%, таких как Германия, да, то во многих странах Восточной Европе она имеет двузначные значения. И в целом по миру мы наблюдаем рекордные уровни инфляции за последние 50-60 лет, включая США, включая страны Западной Европы развитые, Восточной Европы и Юго-Восточную Азию. Поэтому проблемы, к сожалению, имеют глобальный характер, и необходимо над ней комплексно работать. Спасибо. Мақпал Орынбек Бақкезеттен сұрағын жіберген екен. Қостанай облысындағы алапат өрттен соң үйлер мен инфрақұрылымдардың құрылысына қанша қаражат қажет? Қазіргі таңда бірінші бюджеттік өтінім келді МЧС-тан. Осы бюджеттік өтінім бойынша 2,3 миллиард теңге үкіметтің резервінен бөлінеді. Осы қаражат нысаналы. Ол үйлерді үйдің құрылысқа жіберілетін болады.
есептер бойынша қазіргі таңда 91 үйге осы қаражат бөлініп атыр. Оны әр үйге бөлсек, әр үйге 25 миллион теңге бөлінетін болады. Ол қаражат арнайы бөлетін учаскелерге, арнайы бөлетін бір мекен жайына сол райцентрдің ішінде салынатын, сол үйлер салынатын болады. Әр учаскеге 10 сотка беріледі, әр үй 100 шаршы метр, метрға салынатын болады. Соны қосқанда. Жақсы, рахмет. Жолмен қалыптастырылатын болады, қамтамасыз етілді. Кристина Колосовская с информбюро в Зуме. Кристина, мы вас слушаем. Здравствуйте. Премьер-министр поручил отменить необоснованные требования к бизнесу. В связи с этим вопрос, какие конкретно требования к бизнесу планируется отменить? Смотрите, можно поподробнее? Да, Кристина, это вообще очень большой и комплексный вопрос. Почему? Потому что бизнес, особенно малый и средний бизнес, это является одним из приоритетов, да, экономической политики правительства, и должно, малый и средний бизнес должен стать основой экономики. Теперь задача облегчить все требования к бизнесу. Как это делается? Проще говоря, каждая сфера госконтроля берется и анализируется как самим отраслевым госорганом, так и экспертами, которые предоставляются Нацпалатой предпринимателей и также экспертами-волонтерами. Грубо говоря, делается так. Берутся все требования, берутся все нормативные правовые акты в данной сфере, начинают раскрывать каждый НПА. Внутри, условно, в одном НПА, пусть будет 1500 требований или 100 требований в сфере ЧС там, или в сфере газопроводной сфере и так далее. То, что устарело, то, что не актуально, и то, что в принципе не нужно. Условно, все сферы берутся под ноль, то есть как будто ни одно требование не нужно, и потом восстанавливается, что действительно необходимо для безопасности общественной, для безопасности граждан, для выгоды и бизнеса, и граждан, и государства, и так далее. Эти требования остаются. В каких-то сферах требования сокращаются на 10%, в каких-то на 20%, в каких-то на 30%. Вот. Примерно с такое требование. Например, если взять общий ПИД, то условно есть требования по количеству, не знаю, санпин требования, да, по количеству, количество во время пандемии это было там, на каждый квадратный или 10 квадратных метров должен быть один условный там, санитайзер стоять. Вот сейчас, насколько это нужно, не нужно, это все убирается. И так по каждой сфере. Требований тысячи, нормативных правовых актов сотни. И по каждой из этих отраслей соответствующая группа отраслевая экспертная работает. Поэтому здесь любую сферу взять, можно любой пример привести. Это уже больше отраслевые вещи. Хорошо, спасибо. Спасибо. Дарын Сағитов, Қазақстан ұлттық телеарнасынан. Әлібек Сәкенұлы, менде бір ғана сұрақ. Ол сұрақ мына жаңа бюджет кодексіне қатысты. Жаңа бюджет кодексінің негізгі ережелері қандай болады? Және де болашақта мына 3 жылдық бюджеттен арылып, 1 жылдық бюджетке оралуымыз мүмкін бе? Рахмет. Мен қазір әріптесіне сөз берейін. Гүлсана Аманбаевна, бюджеттік саясат департаментінің директоры. Сұрағыңызға рахмет. Я бұл өте маңызды сұрақ. Бұл жалпы айта кету керек. Жаңа бюджеттік кодексінің негізі болып, жаңағы біз үкіметпен атқарылып атқан, неше жылдан бері атқарылып атқан жұмыстың қисынды жалғасы болып табылады деп айту керек жаңа бюджет кодексі. Біз кезінде жаңағы бір жылдан үш жылға көшеміз бе деген мәселеге келетін болсақ, біз 2008 жылы жаңа бюджет саясаты тұжырымдамасын қабылдадық. Сол жерде біз жаңағы нәтижеге бағдарланған бюджетке көштік. Бор деп айтамыз ғой, бюджет ориентированный результат. Сол бойынша бірнеше жылдар бойы қаншама реформалар жасалды. Сол реформалардың жалғасы қаржы тұрақтылығын
мемлекеттік қаржыны тұрақтандыру соңғы кезеңі. Сол кезеңге байланысты, былтыр президент тапсырмасына сәйкес, біз қаржыны басқарудың жаңа тұжырымдамасын әзірледік 2030 жылға. Сол жерде бюджет саясатының негізгі бағыттары айқындалды. Ол жерде жаңағы президент басшысы айтып кеткендей, біз жаңағы бюджет параметрлерінің шектеулері, ұлттық қордан тартылатын қаржының тиімділігін арттыру, бюджет қаражатының тиімділігін арттыру сияқты мәселелер салынатын болады. Жалпы егерде 100 жылдық бюджет көшу мәселетіне келетін болсақ, бұл негізінде біз осы атқа үкімет атқарып жатқан елбасының тапсырмасына қайшы келеді. Өткені былтыр білетін шығарсыздар. Блок переход на блочное бюджетирование деп айтты. Блоктық бюджетке көшу деген бұл дегеніміз барынша бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне дербестік беру. Яғни олар бекітілген бір лимит шеңберінде өздерінің қаражаттарын алады. Сол қаражат шеңберінде дербестік арқылы олар өздерінің қаражаттарын игеріп, түпкілікті нәтижеге қол жеткізулер керек. Сонымен де байланысты, жаңа президенттік басшының соңғы тапсырмасы игерілмеген қаражатты келесі жылға көшіру мүмкіндігін беру. Сонда осы жұмыс барлығы бір-бірімен байланысты, сондықтан да үкімет бір жылға көшу мәселесі ешқандай қаралмайды. Өткені бұл жалпы алғанда жаңағы мировая практика дейміз ғой, мемлекеттіктің халықаралық тәжірибеге сәйкес келмейді. Осы 16-17 жылдары ОСР біздің жаңағы мемлекеттік қаржыға обзор дейміз, жаңағы талдау жасаған, сол кезде біздің негізге бюджет саясаты мемлекеттік тәжірибеге сәйкес келеді. Бұл жұмыс ары қарай жалғасады, сондықтан да біз осындай бақытта жұмыс атқарудамыз. Жақсы, рахмет. Ел кезеттен сұрағын жіберген екен, на что будет распространяться налог на роскошь? Налог на роскошь будет распространяться на объекты недвижимости, транспорта и другие объекты роскоши, которые имеют определенную высокую стоимость, где-то даже инвестиционную стоимость, и будет происходить градация в зависимости от стоимости. То есть, ну, условный пример – это яхты, спорткары, это зарубежные виллы, да, личные самолеты. Вот на это и будет распространяться. Хорошо, спасибо. Итак, у нас в очереди Ирина Севастьянова, Бисмеди, в Зуме. Ирина, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня слышно? Да. Господин министр, хотелось бы немножко, чтобы вы объяснили. Вы уже не раз упоминали, и глава государства об этом сказал в послании, программа тарифа обмена на инвестиции. В 2015 году у нас закончилась десятилетняя программа с совершенно аналогичным названием, которая предполагала ровно те же самые меры. Увеличение инвестиционной составляющей, повышение тарифов, рост зарплат, модернизация существующих сетей, сокращение износа. Результаты этой программы, к сожалению, общество так и не увидело. В чем принципиальное отличие будет новой программы? Или вы идете по прежней схеме десятилетней давности? Общие цели понятны. Дело в том, что необходимо модернизировать мощности, да, энергопроизводящих, передающих организаций. Соответственно, за счет тарифа, за счет частичного повышения тарифа для потребителей будут закладываться дополнительные средства на модернизацию, а также на повышение зарплаты и на какие-то другие цели. Но это будет делаться весьма, то есть после тщательного анализа, после обсуждения с общественностью, конечно. Сейчас подходы по улучшению данные программы прорабатываются активно, обсуждаются с соответствующими органами, а также с общественностью, с НПП. Вот. Что касается той программы, то определенные результаты тоже у нее были, но тогда, я так вам скажу, программа администрировалась Министерством энергетики, и сейчас после там, в постпандемийный период и так далее, сейчас нужно с новым взглядом посмотреть вот на данную программу и уже, конечно же, закладывать определенный рост тарифов после моратория. Но это должен быть весьма плавный и продуманный расчет по каждой организации, по каждому субъекту естественных монополий.
Алибек Сакенович, все-таки в чем этот новый взгляд будет заключаться? Все, что вы перечислили, это проблемы, нерешаемые на протяжении, наверное, уже всех 30 лет независимости. Как вы будете контролировать? Вот что новое вы добавите в эту программу, чтобы люди были уверены, что да, действительно, они платят там условно на 30 тенге больше, но это действительно идет на инвестиционную программу, и действительно какой-то километр там трубы, кусок провода, там опорный столб, он действительно будет поменен, а не в очередной раз все уйдет неизвестно куда. Давайте тогда более детально вот ответит заместитель председателя комитета по регулированию средств монополий. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здесь особое отличие, вот сам глава государства отметил, что будет необходимость включения в инвестиционную программу еще средства самих собственников этого имущества, то есть субъекты сети монополии, вот это первое отличие. А также, как уже отметили, повышение заработной платы, также будет как бы в новшество, то есть ранее отмеченные программы, тариф замены инвестиций, она предполагалась утверждение инвестиционной программы, да, то есть те мероприятия, они были исполнены, то есть более 1 триллиона тенге были вложены, то есть определенные работы были выполнены, были снижены износы, но на этом останавливаться нельзя, и поэтому здесь новый подход, как раз как ответил глава государства, уже идет, то есть на сегодняшний день нами разрабатывается комплекс мер определенных, будет, значит, вложен на общенациональный план. Все равно это будут новые подходы, как уже сказано. И, естественно, отличие есть от прежних. Но в целом можно по, значит, результатам тех инновационных, то есть тех программ можно отдельно, если есть необходимость, можно будет представить данные отдельные, значит, результаты. По этим мероприятиям еще в данный момент еще отрабатывается полностью. Спасибо. Давайте, Ирина, я добавлю, вот вы же говорили, как будет отслеживаться. Ну, определенная система мониторинга, в принципе, уже есть у Комитета по регулированию естественных монополий. Это будет делаться как силами местных исполнительных органов, так и силами комитета, а также отраслевыми органами. Соответствующий отчет будет предоставляться. На каком километре, сколько было заменено проводов, труб и так далее. Ясно, спасибо. Мы все-таки будем ждать, что вы подробнее расскажете, как эта программа будет работать, потому что такой запрос у общества есть. И у меня второй вопрос. На сегодняшний день нацфонд, трансфер из нацфонда – это неотъемлемая часть доходной части бюджета. Что есть в планах у Минэкономики для того, чтобы сократить наконец-то этот трансфер, в идеале от него избавиться и действительно сохранять национальный фонд как вот подушку безопасности на будущие поколения, на какие-то кризисные ситуации, за счет каких источников вы будете увеличивать доходную часть? И, пожалуйста, конкретизируйте, если это вывод теневой экономики, да, то о каком блоке идет речь, на какую сумму вы примерно рассчитываете? Потому что общее направление мы тоже слышим много лет, а ситуация, она не меняется, только увеличивается размер трансфера. Ирина, на самом деле вопрос отхода от нефтяной зависимости, точнее, ну, снижения нефтяной зависимости, он стоит, это весьма комплексный вопрос. Здесь есть несколько источников пополнения нацфонда и, так сказать, использования меньших объемов нацфонда. Первое – это непосредственно снижение гарантированного трансферта. Если в текущем году он составляет 4 триллиона, то в следующем году, в 2023, запланирован на уровне 2,2 триллиона тенге гарантийный трансфер. Дальше, дальнейшим снижением до 2,1,9 в 2025 году. Это непосредственно снижение самого трансферта. Второе, чтобы заместить снижение трансферта другими доходами, соответственно, нам, правительству, нужно расширять налоговую базу, да, и другие источники поступления республиканского бюджета. Для этого в целом экономика в связи с ее ростом, с появлением новых субъектов предпринимательства и так далее, ну, созданием новых рабочих мест и так далее, все это дает более расширенную налоговую базу.
Еще один источник, который связан также с поступлением налогов, это улучшение налогового администрирования. Вы знаете, что сейчас активно идет цифровизация, и Комитет госдоходов Минфина является одним из первых, можно сказать, фарватерей по созданию системы управления рисками в своей сфере. И как за счет дальнейшей цифровизации таможенного и налогового администрирования, так и в целом за счет расширения налоговой базы, диверсификации экономики, это будет дополнительным поступлением. Что касается роста активов нацфонда, то вся бюджетная политика, в том числе та, которая, о которой я сказал до этого, она будет ориентирована на бережливость госрасходов, на увеличение поступлений, на снижение ненефтяного дефицита. И в текущем году мы работаем уже по новой концепции управления государственными финансами до 2030 года. В ней есть несколько направлений. Одно из них – это одним из мероприятий является использование цены отсечения. Это первое бюджетное правило, согласно которому объемы прогнозируемых поступлений в нацфонд не должны быть ниже используемых трансфертов из нацфонда. То есть цена отсечения на 3 года она определена, например, на 2023 год она составляет 48,9 долларов за баррель. Вообще, в целом, стоит общая такая большая цель к 2023 году нарастить активы нацфонда до 100 миллиардов долларов. И к этой цели правительство стремится. Спасибо. А можно еще добавлю, Ирина, еще я добавлю. Немаловажным фактором, конечно, в пополнении активов нацфонда является инвестиционный доход. Чем эффективнее управляется нацфонд, чем больше активы, тем больше тела нацфонда, тем, соответственно, больше будет инвестиционный доход, который также добавляется ежегодно в чистые активы фонда и который дальше инвестируется. Алибек Сакенович, вы не могли бы обозначить какие-то коридоры, то есть вот улучшение таможенного администрирования, минимум-максимум, вот какой-то ценовой порог, какую сумму вы рассчитываете от этого получить? И когда у нас бюджет будет настолько сбалансирован, что мы сможем выплачивать пенсии и социальные пособия не за счет гарантированного трансферта, а за счет источников дохода бюджета, реальных источников дохода, а не выдергивая из государственной копилки? Вот я вам назвал цифру, например, улучшения налогового и таможенного администрирования. Только в следующем году против текущего года оценки по бюджету республиканский бюджет поступит на 813 миллиардов тенге больше. Только за счет налогового и таможенного администрирования, за счет цифровизации. Я уже не говорю про другие факторы, которые там тоже принесут порядка 730 миллиардов тенге, а также новые налоги и поступления, связанные с последними изменениями в налоговый кодекс, который вводится с следующего года. В частности, это по увеличению ставок акцизов на табачные изделия, ставок на НДПИ, на цифровой майнинг, на обложение, получается, доход, те меры, ставки, которые связаны с выводом из теневой экономики средств и выводом за рубеж. Поэтому вот это, в принципе, основные источники на текущий момент. Плюс будут дополнительные источники поступлений в новом налоговом кодексе, который будет разработан примерно через год. В течение этого года будем над ним работать. Спасибо. Еще одно уточнение. Да, Ирина, я прошу прощения, я вынуждена остановить вас. Вы уже с учетом уточнения пятый вопрос задаете. Давайте, может, вы направите вопросы пресс-службе. Здесь Ерлан Сисенов, и получите подробные ответы. Следующий вопрос от Сергжана с телеграм-канала Бисмеди. Отправил свой вопрос. Планирует ли Министерство нацэкономики решить вопросы по базовой ставке с Национальным банком? Ведь текущая ситуация не стимулирует экономический рост. Отдельно Министерство нацэкономики прямого влияния на решение по базовой ставке не имеет, потому что данное решение принимается соответствующим комитетом Национального банка. Но данный вопрос активно обсуждается на соответствующих советах при правительстве. Также вы знаете, что он активно обсуждается в обществе, среди экономистов и так далее. Я думаю, он и дальше будет обсуждаться, и соответствующее решение будет принято при
соблюдении соответствующих условий. Так что вопрос на повестке дня, я думаю, стоит. Спасибо. И второй вопрос. Когда будет наведен порядок с документами СГП? Например, план территориального развития – это долгосрочный документ. У нас же принят до 2025 года. В правилах 129-е привлечь бюджетные инвестиции легче, чем реализовать ГЧП. Когда Минэкономики планирует эту практику? Ведь проекты ГЧП формируют экономику за счет отказа от иждивенчества, поскольку частный партнер осуществляет не только финансирование строительства, но и эксплуатацию. Да, спасибо. Я так понимаю, здесь два вопроса комплексных. Даже не успел второй записать, но я запомнил. Так, по первому вопросу, да, по системе госпланирования. Ну, система госпланирования при необходимости пересматривается, потому что жизнь не стоит на месте, и события, которые происходят в мире, в регионе, они показывают необходимость изменения системы СГП. Вот, в частности, текущая система госпланирования принята буквально полтора года назад, в начале 2021 года, и в данный момент реализуется. Она связана с реализацией нацпроектов, которые преобразовались с прошлых госпрограмм. И основным документом здесь является национальный план развития до 2025 года. Как вы знаете, сейчас имеется 10 национальных проектов, плюс главой государства в послании объявлено о еще двух нацпроектах. Данная работа будет продолжена с учетом того, что будут, и у нас имеются дополнительные поручения и имеются дополнительные где-то вызовы, где-то возможности. Теперь по второму вопросу. Здесь, наверное, сложно сказать, почему тот или иной проект вот, в ГЧП он сложнее. Да? Дело в том, что все зависит от проекта. Это будет либо бюджетный инвестиционный проект, государственный ГИП, либо это будет проект ГЧП. К данному вопросу необходимо подходить взвешенно. Сейчас Министерство нацэкономики совместно с экспертами работает над законом о государственно-частном партнерстве. Соответствующие поправки уже подготовлены, это на текущий год. С учетом новых поручений главы государства, данный вопрос закона ГЧП будет пересматриваться совместно с законом о концессиях совместно. Вот. Планируется усовершенствовать подходы в целом по системе ГЧП и также отказаться от частного, то есть только от частного, например, финансовой инициативы, так сказать, напрямую заключать контракты. Потому что здесь необходимо подходить весьма взвешенно, чтобы не накладывать чрезмерную бюджетную нагрузку на республиканские, на местные бюджеты. Вот. И данный вопрос будет также прорабатываться. Спасибо. С телеканала Хабар 24 отправили свой вопрос. Могут ли родители распоряжаться в будущем средствами ребенка? Данные средства поступления от инвестиционного дохода из национального фонда 50%, да, это будет собственностью ребенка. При достижении 18-летия совершеннолетний уже молодой человек или девушка смогут воспользоваться данными средствами и направить их на образование, либо на покупку недвижимости. Поэтому о родителях здесь речь не идет. Спасибо. Оксана Даирова. У вас нет вопросов, хорошо. Халыгын ақпараттық агенттігінен Дәурен Ерболат. Саламатсыздар, Дәурен Ерболатов, халықына. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқы жолдауында мемлекеттік сатып алу туралы жаңа заң қабылдау керек деді ғой. Яғни сіздерде түсінік бар ма, бұл заң мемлекеттік сатып алу жүйесі енді қалай болады, қалай өзгереді? Өйткені бұрында көптеген қазір шенеуніктер сол заңның кейбір мемлекеттік сатып алу туралы заңның кейбір осал тұстарын пайдаланып ақша жымқырды, жемқорлық дерегі көп тіркелді. Осыны жою үшін жаңа түсінік бар ма сіздерде, мемлекеттік сатып алу туралы заң қалай қабылданады, қалай болу керек, бұл жүйе қалай жұмыс істейді, және қандай министрліктер жауап береді оған?
Осы мәселеге қаржы министрлігі жауап береді, бірақ та ең басты принципі осы заң жобасында сол әзірлеу барысында әрине ашықтық болу керек. Сатып алудың бүкіл жүйесінің ашықтық, тек қана сатып алудың мемлекеттік органдар сатып алатын тек қана емес, бірақ та квазимемлекеттік секторда да. Жалпы солай. Бұл мәселе қатысты сіздің өзіңіздің жеке ұстанымыңыз, пікіріңіз бар ма? Осы қалай болу керек деген? Мен осы өзі жеке ұстанымды айтып кеттім сізге. Мен пікірінше, бірінші ең басты принцип ол ашықтық болу керек. Рахмет. Богиня сайтына сұрағын жіберген екен. У меня вопрос по нацфонду «Дети». Счета для несовершеннолетних казахстанцев будут открывать сами родители или им откроются автоматически? И будут ли облагаться налогом эти средства? В данный момент механизм обсуждается совместно с соответствующими органами, но я могу сказать, что счета будут открываться автоматически при рождении ребенка, точнее, те дети, которые являются гражданами Казахстана на текущий момент, им автоматически откроются счета, соответствующая база есть, напрямую будет она с базы Минюста поступать. И при рождении ребенка также данные из Минюста будут поступать в уполномоченный оператор, который, соответственно, будет открывать данные счета. И какой был второй вопрос? Сейчас пока это обсуждается, но пока не планируется облагать налогом. Рахмет, Гүлбана Көбиева, КТК телеарнасынан. Саламатсызбы. Менің сұрағым мынау ұлттық қорға қатысты. Кеше мәжілісмен Аманжан Жамалов ұлттық қорды екіге бөлуді ұсынған болатын, естіген шығарсыз. Біреуі резервтік қор және екіншісі балаларға, иә. Оның айтуынша, үкімет ұлттық қордан ақшаны алған сайын инвестициялық табыс азая береді. Әрине, балаларға да түсетін табыс азаяды деген сөз, яғни бөлінетін. Сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Жаңа механизм дайындалып жатыр дедіңіз. Толығырақ айтып өтсеңіз соңында. Осы ұсынысты біз қарастырмаймыз. Осы уақытта себебі жалпы ұлттық қордың жүйесінің ішінде сол бүкіл қаражат қалу керек. Себебі ол балалардың бір бөлігі олардың балалардың шотында қалатын қаражаттар ол айналып реинвестициялау болады. Сол себеппен жалпы жүйесінде қалу керек. Жүйесінде қалса біздің пікірімізше оларға кішкене артық кірісі болуға тиісті. Екінші сұрақ сайлауға қатысты. Әлі жарлық шықпаса да, күні белгілі болмаса да, сайлауға іштей дайындық жүріп жатыр. Айтыңызшы, бұған қанша миллиард, миллион теңге бөліну мүмкін? Сол сұрақ. Осы мәселе біздің құзыретімізге кірмейді. Жалпы орталық сайлау комиссиясына және қаржы министрлігінің құзыретіне кіреді. Оларға сұрақтарыңызды жіберсеңіз. Жақсы, рахмет. Қазақ радиосынан Гүлдарай Кемелова сұрақ қояды. Қазақ радиосынан Гүлдарай Кемелова. У меня такой вопрос. Вот в послании президент дал поручение, чтобы поставили на учет ввезенные автомобили, да, с иностранными номерами. Вместе с тем, многие эксперты, экономисты говорят, что это достаточно поверхностная мера, поскольку она не решает сложившуюся проблему у нас с автотранспортом. Есть ли такая возможность вернуть таможенные тарифы на автомобили и технику до уровня 2010 года, да? Ведется вообще, рассматривается ли такая возможность, например, учитывая ту сложившуюся ситуацию вокруг России, она не может поставлять, да, вот технику нам, экспортировать свои авто. Может ли Казахстан воспользоваться такой возможностью и хотя бы на какой-то временный период договориться там внутри ЕАЭС, пойти вот на подобный шаг? Ну, вы знаете, что это все-таки вдохнет жизнь, да, в экономику нашей страны, и народ получит возможность зарабатывать какие-то свои деньги. Да, Гүлдарай, вопрос понятен. Угу. В целом у каждого члена ЕАЭС есть право вводить те или иные меры при угрозе ее экономики. Да?
Данный вопрос не входит в нашу компетенцию, все-таки это Министерство торговли и интеграции. Здесь нужно компетентное министерство в виде мира и так далее. И по распределению тарифов, точнее, таможенных тарифов, это тоже вопрос Минфина. Вот. Но в целом, наверное, такая возможность есть, и если ее поднять, то этот вопрос будет рассматриваться. В данный момент реализуется именно то поручение, которое давал глава государства в послании. И еще один вопрос. Вот на фоне пожаров в Кустанайской области мы еще раз увидели, в каком плачевном состоянии находятся наши спасательные службы, МЧС. И вот вроде бы как бы принято решение повысить зарплаты, а министр Ильин сказал, что будет просить у правительства бюджет. Вы поддержите его просьбу? Буквально сегодня было совещание у премьер-министра, обсуждался данный вопрос в целом по оснащению служб ЧС. И там не только службы ЧС, есть еще службы, которые относятся к силе защиты, например, к Министерству экологии. Да? Все эти вопросы будут в комплексе рассматриваться, исходя из возможностей бюджета в том числе. Но общее понимание, поддержка есть. И по отдельным обоснованным расходам, заявкам, я думаю, будет соответствующее решение принято, в том числе по зарплатам отдельных категорий спасателей. Спасибо. Спасибо. Позвольте зачитать вопрос Джанара Сердалина, Бестньюз.кз. В какой сумме выплаты из нацфонда смогут дети 2012 года к своему получить дети 2012 года к своему 18-летию? Это первый вопрос. Джанара Сердалина, Бестньюз.кз. 2012 года, так, это сейчас ребенку где-то 10 лет, да? Нет, давайте я прикидывать не буду, потому что если считать детей, которые только родятся к 2024 году и войдут в систему, можно сказать, с рождения, то до этого была озвучена сумма, примерно сколько им накопится. Наверное, примерно пропорционально надо отсюда убрать, но не ровно делить на там, 10 делить на 18, а все-таки нужно учитывать инвестдоход. Вот. Поэтому определенная сумма будет. И получается, в системе ребенок будет находиться порядка, наверное, 7-8 лет. Вот из этого и исходите, считайте. И второй вопрос. Выплаты планируются с 2024 года. Эти выплаты смогут получить дети, которые родились до 2024 года, а также дети, которые родились, например, в 2022 году, 2023, 2024 годах. Да, в принципе, да. Выплаты не смогут получить только дети, которые уже выйдут из системы, которым к тому времени исполнится 18 лет. Да. Ну, смотрите, сейчас мы прорабатываем, то есть дети, которым 18 исполнилось там, к концу 23-го года, с 24-го года система вводится, по идее, 24-го планируется уже выплачивать детям за инвестдоход за 23-й год. То есть человек в системе, гражданин был в системе еще в 23-м году, наверное, так. Сейчас разные механизмы прорабатываем. И здесь позвольте задать еще уточняющий вопрос от Кристины Колосовской, Информбюро КИЗ. Если ребенок, например, в 17 лет меняет гражданство, накопленная сумма сгорает, и куда потом опять пойдет эта сумма? Сейчас вопрос по сохранению данной суммы зависит от того, данные средства являются правами требования, потому что это же условные деньги до того, как он их получит, либо правами собственности. Вот от этого многое зависит. Мы как раз этот вопрос обсуждаем с юристами. Но если гражданин даже переедет на ПМЖ, но сохранит свое гражданство до 18-летия, он может эти средства использовать. Хорошо, спасибо. Жания Урангаева, «Спутник Казахстан». Добрый день, Алибек Сакенович, у меня уточняющий первый вопрос. Вот вы рассказали про объекты, да, на которые будет распространяться налог на роскошь, но можно конкретизировать, там же есть какой-то порог суммы, с которой вы будете считать, да, вот этот автомобиль, он считается роскошью, ну то есть там или по сумме вы будете ориентироваться, или по маркам автомобилей, ну условно там, не знаю, Chevrolet Cobalt, это, конечно, не роскошный автомобиль, а Майбах – это уже роскошный?
Не думаю, что будет прямо по маркам смотреться. Думаю, будет рассматриваться вопрос именно минимальной цены стоимости автомобиля именно. Вопрос также будет обсуждаться в рамках налогового кодекса с общественностью, с бизнесом, с экспертами. Ну, условно, может быть, стоимость автомобиля, который будет повышен налогом облагаться, начнется со 100 тысяч долларов, может быть, 150 тысяч долларов, может быть, выше. Какая-то соответствующая градация может быть. То же самое касается недвижимости. Недвижимость, соответственно, будет оцениваться, я думаю, выше, потому что сама недвижимость, она дороже, чем движимое имущество. Угу. Ну, а если будут вводить этот налог на роскошь, о каком количестве людей будет идти речь? Сколько в Казахстане граждан, которые подпадают под налог на роскошь? Смотрите, если условно возьмем минимальный порог для налога на роскошь на стоимость автомобиля, пусть это будет 150 тысяч долларов. У нас довольно много автомобилей, которые ездят по стране стоимостью где-то 60-70 миллионов тенге. Да? Я не могу вам точное количество сказать владельцев. А если, и, соответственно, градация. У кого-то автомобиль может и миллион долларов стоить. Наверное, таких автомобилей, таких владельцев, наверное, всего лишь несколько в стране. Тоже касается и предметов, там, таких как яхты, самолеты. Я думаю, там не так много людей. Вот. А тогда целесообразность введения такого налога, если там по пальцам рук посчитать таких людей? Целесообразность здесь имеется. Если эти деньги не поступали совсем, то здесь они будут поступать. Плюс еще рассматривается вопрос введения налога для владельцев нескольких объектов недвижимости. Вот если у человека там 10-15 объектов, то, наверное, он должен больше платить. То есть все вопросы будут внимательно рассматриваться и обсуждаться. Я вам сейчас по количеству людей не могу дать статистику. Хорошо, еще такой вот вопрос. На этой неделе в правительстве вы говорили о том, что работникам естественных монополий будут повышать заработную плату. Конкретизируйте, пожалуйста, о каких конкретно профессиях идет речь, сколько сейчас эти люди получают и, собственно, на какое повышение они могут рассчитывать. Вот конкретно, там условно, там инженер, который получает 120 тысяч тенге, зарплата у него повысится на сколько? Знаете, в сфере ЖКХ средняя зарплата, если не ошибаюсь, 160 тысяч тенге, да? Где-то так. Вот. И это проблема. И проблема вообще в сфере естественного монополия, она как бы так звучит, естественного монополия. На самом деле это же обычные работники предприятий ЖКХ, энергостанции, инженеры, там, электрики со среднеспециальным образованием. Поэтому проблема встала такая, что данным людям нужно повышать. Все будет зависеть от тарифа, от региона. Наверное, в каких-то регионах тариф можно позволить там, повысить на 5%, в каких-то на 10%, в каких-то выше. Вот, соответственно, и в зависимости от уровня жизни, это все индивидуально по каждому субъекту естественного монополии будет рассматриваться. Но однозначно нужно повышать доходы работников субъекта естественного монополии. Это понятно. Вы не назвали профессии? Назвал. Например, электрики. Например, через запятую можно? Кто еще могут рассчитывать? Например, те, кто трубы ложит, тепловики, газовики. Как инженеры, так и люди со среднеспециальным образованием, которые непосредственно эту работу делают. Сварщики, ну и так далее. Сколько это человек? Сколько человек? Назовите, пожалуйста. Сколько? Вот, пожалуйста, 300 тысяч человек. Спасибо. Спасибо. Четвертая власть, Мадина Жаткамбаева. Сәлем астыр. Мен сұрағым табиғи монополияны реттеу комитетіне және министр өзіңіз құлақтар болсаңыз дейміз. Бұл қазіргі көтеретін мәселе өте күрделі. Біздің тұтынушыларымыз тарифтің өсуі. Енді осыған орай осы реттеу комитеті кегоктың тарифтерін, тесттің жылу энергиясының бағасын, электроэнергияны тасымалдайтын кәсіпорындардың бағасын осы сіздердің комитеттеріңіз бекітеді, қадағалайды. Осыған орай менде сұрақ мынадай туындап тұр. 2008 жылы кегоктың жылдық табысы 35 миллиард 498 миллион теңге болған. 2021 жылы 178 миллиард 300 теңге 300 миллион теңгеге жеткен. Бұл 5 есе көбейген деп айтуға болады. Осы уақыт ішінде
тариф деңгейі 500% ұлғайған. Бұл кегоктың еліміздегі инфляцияға қосып отырған үлесі. Іске қосылмаған теңгерімдік нарындағы жылдық табысы 2021 жылы 18 миллиард 900 миллион теңге болды. А осы жылдарда барлығы 124 миллиард 373 миллион теңгені халықтан заңсыз ақшаны жинап отыр дегендей, осындай сарапшылар шешімге келіп отыр. Осы қаражаттар, миллиардтаған қаражаттар қайда кетіп жатыр? Бұл қайтадан тұтынушыларға қайтару мүмкіндігі бар ма? Рахмет сұрағыңызға. Мына енді кегокқа қатысты, сіз айтып отырсыз, мына инфляцияға үлесін қосты, яғни 500%-ға өсті деп. Алайда біз жалпы алатын болсақ, яғни мына ақырғы тұтынушыларға дейін бізде электрмен жабдықтаушы компаниялар жеткізетін болады. Яғни оның құрылымында кегоктың үлесі айтарлықтай шамамен, яғни ондай үлес құрамайды. Шамамен 5% мүмкін, 5-тен жоғары мүмкін, 6-7% құрау мүмкін. Яғни олардың өсуі табиғи монополия, кегок жалпы табиғи монополия субъектісі болып табылады. Оның шығындары біздің комитетпен реттеледі. Әрине, бұл шығындар өз кезегінде табиғи монополия заңына сәйкес және тарифті қалыптастыру қағидаларына сәйкес бекітіледі. Яғни бұны заңсыз деп тануға болмайды. Себебі барлық қабылданған шешімдер құзырлы органдармен және жоғарғы органдармен және де база монополист деген бізде программа бар. Сол арқылы әрбір тұтынушы, әрбір тұлға қандай тарифтер бекітіліп жатқаны, қандай шығындар қарастырылғаны туралы анық қанығын біле алады. Сол себептен бұл жаңа шығындар өзінің бағдары, өзінің бағыты бар деп нақты айтуға келеді, болады. Ал мына сіз айтып отырған 34 миллиард дедіңіз ғой, 34 миллиардқа қатысты бұл бұндай ақпарат біздің комитетке мынау іске қосылмаған теңгерімдік нарығындағы жылдық табысы мынау 124 миллиард 373 миллион теңгені бүгін сарапшылар анықтап отыр. Бұл заңсыз. Осы қаражат тұтынушыларға қайтарылуы керек. Бұл сарапшылмалардың егер де жаңағыдай қорытындысы біздің комитетке түскен жағдайда біз анықтағанын анықтап, бұны өзінің оң қорытындысын беретін едік. Алайда бүгінгі күнге ондай заңсыз туралы бізге қорытынды ямса хат түскен жоқ. Жақсы. Енді жаңыз нақтылап кетейінші, сіздің осы қандай үлесті айтып отырсыз? 5-6% үлес деп айтып кеттіңіз ғой. Жалпы енді сұрақ жауаптарға жауаптар түсінікті болу үшін жалпы басына айтып кетейін. Яғни бізде ақырғы тұтынушыға қоғамдық маңызы бар нарық субъектісі болып табылатын жабдықтаушы компаниялар жеткізеді, иә. Оның құрылымында кегоктың бір үлесі бар. Міне сол үлес шамамен сол 5-6% құрауы мүмкін. Бұл нақтысы, егер де нақты үлесі керек болса, мен кейіннен бере аламын. Бірақ ондай айтарлықтай мықты үлес құрамайды бұл кегоктың өсуі. Бізде көп жағдайда электр жабдықтау құрылымында 61%-дан жоғары бізде электр станциялар құрап отыр. Оны Министерство энергетики бекітетін белгілі. Жақсы, екінші сұрама көшейін. Осы тариф бойынша бүгін тарифтік сметалық шығындарды сіздер 40% электроэнергияның сұрабы, яғни жоғалуы құрайды деп отырсыздар. 40%. Иә, нормативна потеря 40%-ды құрайды деп отырсыздар. Енді осыған орай бүгінгі күнге сонан кейін электроэнергияның сұрабы 10-12% деп есептеп отырсыздар. Сұрабы. Ол 2 есе көп деген сөз. 2 есе көп. Енді мен сіздерге айтып кетейін, нормативтің жоғалуы программа бойынша есептегенде 4-5% құрап отыр. Бұл есептелуі керек. Негізінде есептелуі керек солай. Нақты сіздерде осы жоғалу 40% жаңаған электроэнерген сұрабын есептейтін сіздерде программа, яғни бағдарлама жоқ. Оны сіздер қалай есептеп отырсыздар бүгін күнге? Қайдан алып отырсыздар? Егер де сіздерде бағдарлама болмаса, программа болмаса, ондай 40% жаңаға
қазір электроэнергия ұрланып атыр ғой. Сол ұрланған электроэнергияның шығындарын бәрлігін сіздер нау миллиардтап сол шығындарды біреулер электроэнергияны ұрлайды, бірақ ол ұрланған шығындарын бәрлігін бүгін тұтынушылар оны өз қалталарынан төлеп отыр. Жақсы, бұл сұрағыңызға рахмет. Мен түсіндіріп айтып кетейін. Бізде тарифтік сметада нормативтік, жа, нормативтік деген сөз, яғни бұның ішінде нормативтен тыс, яғни нормативтен жоғары ысыраптар салынбайды деген сөз. Яғни ол орналып атқан, болмаса жаңағыдай ол нормадан асып кететін ысыраптар, яғни шығындар тұтынушылар төлемейді. Яғни ол тарифте қарастырылмаған. Біз нормаға дейін деген сөз, ол өзінің, әлбетте өзінің есебі бар. Бұл есептер жаңағыдай СНИП нормалар арқылы, белгілі құжаттар арқылы қарастырылған. Сол норма, яғни ол физика, я, бұл физикадан шыққан сан, одан аспайтын сан тарифтік сметте қарастырылған. Яғни жаңағы сөз мүмкін жаңылған шығар, мүмкін 40% ысырап деген орташа, я, емса, бұл нақты көрсеткіш. Бір табиғи монополь субъектін айтқан мүмкін ысырап шығар, бірақ алайда ондай 40% салынбайды, шамамен 10-12% яғни ол нормадан аспайтын, есеп бойынша нормадан аспайтын шығын қарастырылады, яғни бұл жерде тұтынушы артық төлемейді. Сіздер сол 40% бен 10-12% туралы сіздерде нақты ақпарат, өздерінің жаңағы өздеріңізде жоқ ол ақпарат. Біз оның бәрін қарап шықтық қой өзіміз сарапшылармен бірге. Жақсы. Егер де ол сарапшылар бізге жүгінетін болса, біз де әлбетте қарайтын едік. Бірақ дегенмен нақты қазіргі жағдайда біздің өзіміздің бекітіп отқан тарифімізді, тариф сетімізді білеміз. Сол себепті ояқта артық шығын жоқ деп нақты айта аламын. Рахмет, Нұрлан Мырза, Мәдина ханым. Рұқсат болса, мүмкін осы тақырыпқа сіздер осы қазір осы пресс-конференциядан кейін нақтырақ сұхбат алған дұрыс шығар, бәрін түсіндіріп нақтылап. Қазір енді уақыт алмайық, келесі Әсел Сайлаубай, четвертая власть. День добрый. Ежегодно наш уважаемый президент озвучивает послание, призывает аппарат министров и всех остальных исполнять, да, различные программы, замечания свои вносит. Ежегодно все области, все министерства составляют сотни различных программ. Получается ли так, что вы все вместе не исполняете то, что вам поручил президент? Потому что ни одна программа не доведена до ума. Ни одна программа не закончена, как я понимаю, потому что если президент снова говорит, что нужно повышать уровень жизни, социальные программы развивать, инвестиционные программы и так далее, говорит ли это о том, что все ваши программы, они нерабочие, и что все делается формально, ссылаясь только на послание президента? Каждый раз все выступают и говорят, что вот президент сказал, нужно делать. Получается так, пока президент не скажет, никто ничего не хочет делать. Так получается. В целом вопрос эффективности программ, нацпроектов, он всегда стоит. И дело же не в количестве программ. Ну зачем тогда сотни программ вы каждый год создаете? Вот любой акимат откроем, любое прощения. Министерство, Асель, везде сотни программ. Асель, если у вас есть конкретный вопрос, я вот и уточняю, говорю, вот сейчас господин министр говорит о том, что дело не в количестве. Но вы сейчас давите на это количество, понимаете, все упорно бегут и создают несметное количество программ. Вот яркий пример того, что ни черта не работает, это первый момент, то, что акиматам доверили возможность самостоятельно распределять бюджетные средства. Один аким тратит 90 миллионов на автотранспортное средство обеспечения своих сотрудников, 90 миллионов, а тут же в той же области выясняем, что оказывается управление чрезвычайных ситуаций недополучает деньги. Зачем такое количество? То есть получается так, что сами управленцы на местах не умеют разрабатывать свои программы. Можно ли прошу сказать, прощения, что вот эти ваши нацпроекты, они вопрос. Не рабочие как таковые и никому не нужны, раз каждый раз президент говорит, но ни до кого не доходит? Асель, есть конкретный вопрос? Это вот один большой такой вопрос. Не пора ли уже давно забрать, можно так сказать, власть у акимов и сосредоточить ее уже в каких-то одних руках, чтобы сам это, себе режиссер все не ходили? Спасибо. Асель, мы как раз говорим о децентрализации, повышении ответственности первых руководителей. Децентрализация означает
передача полномочий дополнительных, что и делается на местные уровни, на разные уровни бюджета, не только на областные. Не только сейчас вот в рамках трансфертов общего характера на предстоящий трехлетний период передается сколько там? 3 триллиона, 2 триллиона, 5 триллионов тенге, да? Дополнительных расходов передается. Это ответственность акимов. Как раз-таки сейчас мы и идем к тому, чтобы власть была менее централизована. Это называется децентрализация, дебюрократизация. Акимы сами вольны, имеют по бюджетному законодательству право распределять средства, потому что на местах им виднее, чтобы не согласовывалось бесчетное количество, большое количество бюджетных программ. В каком году уже децентрализация произошла? Децентрализация происходит, это планомерный, постоянный процесс. Например, передаются не только расходы. Эффективность есть от этого? Давайте дослушаем. Например, передаются не только расходы, но и доходы. Только в 2020 году был передан, корпоративный подоходный налог от МСБ на местные органы. Это дополнительный стимул акимам развивать малый и средний бизнес на местах. У них пошел рост поступлений. Благодаря этому сейчас и дополнительные передаются трансферты общего характера, в субвенции закладываются дополнительные средства для того, чтобы было меньше встречных потоков. То есть вы говорите сами об эффективности программ, бюджетные программы. Нет, тогда не надо тоже, вот углубляться. Вы мне скажите, покажите мне хотя бы одну область, которая за все это время добилась максимальных результатов по Казахстану с начала этой децентрализации. Давайте мы перейдем на следующий вопрос тогда. Мы вначале просили, упомянули вам регламент. Наш просим задать вопрос конкретно. Ну, потому что он конкретно не отвечает, поэтому Давайте он уходит опять же в глубину. Мы вас услышали, хорошо, Асиль. Давайте перейдем на следующий вопрос. Понятно, спасибо, я поняла вас. Здесь спасибо. Коллеги просят уточнить касательно, сколько средств потребуется на строительство домов и инфраструктуры после крупного пожара в Кустанайской области. Вы на казахском уже отвечали, вы уже на русском можете уточнить. Спасибо. Буквально вчера поступила бюджетная заявка, ходатайство на выделение средств из резерва на сумму 2,3 миллиарда тенге. Сейчас есть необходимость у потерявших кров вот в селах одного из районов Костанайской области. Это 91 семья, 91 дом, соответственно. Вот эти 2,3 миллиарда, это включают смету на строительство 91 дома. Дома будут строиться в Аулие-Кольском районе, в районном центре. Отдельный участок большой выделяется, где все дома по типовому проекту, они будут однотипные, да, будут построены. Ориентировочная стоимость на каждый дом с учетом инфраструктуры 25 миллионов тенге. Выделяется, дома будут строиться с площадью 100 квадратных метров, четырехкомнатные, и на участке 10 соток. Вот. Данные дома, в них предусмотрено установление газовой плиты, санфаянса, ванной. Помимо этого в инфраструктуру включено водообеспечение, газоснабжение, строительство дороги, проведение электричества. Я также отмечу, что те дома, которые сгорели, гораздо меньше по площади, порядка 50-60 квадратных метров. И здесь вот государство строит больше по площади дома, соответственно. Порядка более 70 семей уже дали согласие, потому что там есть три предложения, как решить данную проблему. Либо строительство домов, вот о чем я сказал, либо компенсация, выплачиваемая по оценочной стоимости сгоревшего дома. И третье – это покупка на вторичном рынке жилья в том же селе, где и произошел ущерб. Да? Вот. Но в большинстве своем сейчас погорельцы они соглашаются на строительство данных домов. Какие-то вопросы еще остаются, но это в основном связано с теми, что еще не все подали заявки на строительство домов. Но проект рассчитан на 91 дом, который будет построен в кратчайшие сроки, в ближайшие месяцы.
Жақсы, рахмет. Қазақстан Республикасы президентінің жолдауы аясында әлеуметтік экономикалық даму жоспары туралы бізге айтып берген спикерлеріміз ұлттық экономика министрі Қуантаров Әлібек Сәкенұлы, Сағынай Ерлан Ермекұлы, салық және кеден саясаты департаментінің директоры, сонымен қатар бюджеттік саясат департаментінің директоры Дарабаева Гүлсана Аманбайқызы және табиғи монополияларды реттеу комитеті төрағасының орынбасары Болатбаев Нұрлан Нұрмұхамбетұлы болатын. Назар уақыт бөліп арнайы келіп, барлық сұрақтарға жауап бергендеріңіз үшін сіздерге алғыс білдіреміз, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Және құрметті әріптестер, бәріңізге рахмет, назар қойғандарыңызға. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.